Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу начать обучать вас рисовать в программе Paint. Это стандартная программа, есть на каждом компьютере. Просто я рекомендую ее включить и это даже проверить, если она на вашем компьютере, в пустом месте любой папки или даже на рабочем столе. Правая кнопка мыши, в контекстном меню выбираем команду «Создать». И выбираем точечный рисунок. Назовем сегодня наш рисунок «Дом». Можно Enter'ом закрепить название, но будем открывать его тоже через правую кнопку мыши. Открыть с помощью. Там в серединке найдете. И выбираете программу Paint. Paint. Сделаем на весь экран. Рисовать сегодня мы будем дом с помощью простых геометрических фигур. Вот берем прямоугольник, рисуем прямоугольную стену нашего дома. Рядом можно прямоугольное дерево, в доме прямоугольное, такое квадратное или прямоугольное окно, прямоугольную дверь. Так, крышу нарисуем вот таким треугольником. Их там два, есть еще один, но вот этот больше нам подойдет для такой ровненькой крыши, выравниваем по углам. Вот теперь можно взять прямую линию и нарисовать, отделить землю от неба. Вот так, чтобы все линии у нас соприкасались. Ну, выводим аж за рисунок, чтобы точно у нас нигде пробелов не было. Чтобы заливка у нас правильно легла. Так, теперь можно взять круг. Если мы зажмем клавишу Shift, то у нас будет идеальный круг. Если Shift не нажимать, то у нас будет овал. Тот же инструмент, овал или круг. Он так и называется овал. Или эллипс. А также нам овал нужен для кроны дерева, но тут мы берем немножко не ровно над стволом, а немножко левее или правее, а потом уже выравниваем, чтобы у нас крона хорошо расположилась по центру дерева. Если что-то надо подтереть, для этого есть ластик. Он так и называется ластик. И если где-то более мелкие детали, есть масштаб, увеличительный такой. Стекло. Ну, ластиком, да, он отщелкнулся, аккуратненько утираем лишнее. Так, то, что увеличивает, то и уменьшает через правую кнопку мыши. Возьмем заливочку и начнем с неба. Голубое небо, вот все, нигде заливка не разлилась. Если тут не все цвета есть, которые нам подойдут, вот здесь изменение цвета. Заходим или на палитре вот здесь, или на тех дополнительных цветах. Выбираем какой-то цвет, который нам нужен. Вот наша земля. Ну, я бы... А, не туда. Я бы небо тоже... Ой, крону дерева. Ну, вот таким возьмем. Ствол пусть будет. Нет, потемнее. Все, что мы закрасили, можно перекрасить. Не забываем окей щелкать, когда выбрали цвет. Дом раскрасим кому как нравится. Можно поярче. Там окошко. Я бы взяла светло-желтый цвет такой. А дверь можно каким-то лиловеньким. Так, озеро. Ну, пусть будет синенькое, солнышко желтенькое. Линиями можно сделать лучики, если они нам нужны, чтобы повеселее было солнышко. Теперь можно взять распылитель. Он находится где кисть. И вот он распылитель. Выбрать ему толщину потолще. Ну, это для всего. Ага, у нас пошло желтое, нам надо отменить. Возьмем белый цвет.
и белым напылим такие легкие облака, через которые пробиваются лучи солнышка, да? Ну, где-то с этой стороны. Вот, по небу плавает легкие облачка. В озере плавает уточка. Ее мы нарисуем овальчиком. Можно сразу желтый цвет взять. Вот. Ну, такая небольшая желтенькая уточка у нас будет. Заливкой зальем эти два овальчика. Увеличим зону уточки. Желтый цвет у нас продолжится. Возьмем простую кисть. Вот, дорисуем хвостик нашей уточки. Клювик красненький такой. Кля-кля. Темно-синенький глазик. Вот мне не нравится мне клювик, наверное, я отменю. Еще раз. Эй, куда ж ты пошел? Вот. Чуть лучше. Так, темно-синенький глазик. Так, ну, можно каким-то другим цветом крылышко уточки там вырисовать. Немножко поднялось. Зовет кого-то. Увеличитель и уменьшает, масштаб меняет. В принципе, все. Неплохой у нас рисуночек получился. Вот. Сохраняем, закрываем, сохранить. Так, и сохраняем наше видео.